сокровище благих и преподателей впереди и всеми земли, и очисти нас всяких скверных, и спаси блажи души наши. Слава Вышнему Богу и на земле мир человеца благоволения. Слава Вышнему Богу и на земле мир человеца благоволения. Господи, усни наши отверзы, живи уста наша, возвестят благоволения. Сотворите, Господи, высокопреосвященный живот и благослови Бог наш всегда в нем во всем умах. Кто управит Господь, так и во всем умах. Это Господи,
Отца и Сына и Святаго Духа. Аксио. Рост.
Руки мен глаз седьмы, Господи, силою Твоею возвеселится царь, и во спасении Твоем возрадуется зело. Дал неси ему, и хотение усну его неси, лишил его. Господи, силой Твоей возвеселится царь. Апостола Павла чтение. Братия, веми, яко любишим Бога, вся поспешествуют во благое, сушим по предубедению званым, их же во предубедите и предуставить образным быть и образу Сыну Своего, яко быть Ему первородного многи братья, а их же предуставите и призва, и а их же призва сих и оправда, а их же оправда сих и прослави, что уборечем к сим, аще Бог по нас, кто на не, и же уба своего Сына не пошаде, но за нынся предал есть Его, как уба не, и с ним вся нам дарствует, кто поемлет да на избранное Божие, Бог оправдая, и кто осуждая, Христос Иисус умерли, паче же и воскресы, и живет, что действую Бога, и жив, и ходатайствует у нас, кто не разлучит от любви Божия, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч, яко же есть писано, яко тебе ради умершляем и мы весь день, вменикомся, яко же овцы за коленя, но сих всех препобеждаем за возлюбщего не, известихся Бог, яко ни смерть, ни живот, ни ангели, ни начало, ни же силы, ни настоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина тварь, кая возможет нас разлучить от любви Божия. Я же о Христе Иисусе, Господе нашем, и Духове Твоему. Аллилуйя, глас первый, яко цар уповает на Господа, и милость Его Вышнего не подвижится. Thank you.
Рече Господь своим учеником, сия заповедаю вам, да любите друг друга. Аще мир вас ненавидит, ведите, яко меня прежде вас возненавидел. Аще от мира бысте были, мир у вас свое любил бы, яко же от мира не есте, но вас избрат вас от мира, всего ради ненавидит вас мир. Но сия вся творят вам за имя мое, яко не ведят пославшего мя. Аще не бых пришел и глаголал им, греха не быше имели, ныне же извинения не им от огресе своем. Ненавидя меня и отца моего ненавиди, аще дел не бых сотворил в них, их же им никто же сотворил, греха не быше имели. Ныне же и видишь, и возненавидишь меня, и отца моего. Но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидишь меня туне. Егда же приидет утешитель, его же спаслю вам от отца, Бог истины, и же от Отца исходит, ой, свидетельствует о мне, и вы же свидетельствуете, яко искони со мною истин. Сия глагола к вам, да не соблазнитеся, отцом нищи ждемут вы. О, придет час, во всякий же убьет вы, возвратится служба, приносите Богу. Слава тебе, Господи, за все, от
господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да поменет Господь Бог во царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. И господина нашего высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Курского и Рыльского, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Пресвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический и монашеский чин и причет церковный, братию и прихожан святаго храма сего, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки
благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами.
Господи! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господу помолимся, Христе! Ради со страхом Божиим царское служение в душах попечения совершал Иси, Господь же испытуется, яко Иова многострадального, попустите поношение, скорби горьки, измену предательства, ближних отчуждения и в душевных муках земного царства оставления, вся сия разия, благо России, яко верный сына я претерпев, и яко истинный рад Христов мученическую кончину прием, небесного царства достиг Иси, и держи наслаждающийся вышней славу престола всех царя, купится святую супружницу твоей царицу Александру и царственными чадами, Алексеем, Ольгу и Тесианию, Марию и Анастасию, ныне имея дерзновение верю Христа царя моли, да подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, да сержим смирение, кротость и любовь, и сподобимся небесного царства, и держукупно с тобою и со всеми святыми, новомучениками и исповедниками российскими, прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Господину нашему,
высокопреосвященнейшему Герману, митрополиту Курскому и Рыльскому, с богохранимою и богоспасаемою их поствою. Подаже, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, и сохрани их на многое лето. Памяти святых царственных страстотерпцев, мучеников, царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжи Норги, Татьяны, Марии и Анастасии. Вот с каждым годом, когда мы все далее и далее удаляемся от тех вот трагических событий, становится как бы все ближе и ближе к сердцу и многих и многих наших людей, и все более просветляется образ последнего российского государя и всей его царственной семьи. Потому что нам, тем, кто родились и жили, детство, еще юность прошла, сделали жизнь, большая часть в Советском Союзе, где была соответствующая идеология, мы прекрасно помним, что, наверное, не было больше ни одной такой исторической фигуры, исторического лица, значимого в российской истории, которое бы в советское время так как-то неистовно зло и с яростью вот, было столько оклеветано, было столько нападков, с таком с
темном, каком-то мрачном, ужасном свете представляли последнего государя, последнюю царскую семью и вообще весь строй царский и весь уклад жизни, да и, собственно, всю историю, которая всю российскую. То есть до 17-го года получалось так, что у нас почти не было никакой истории. А там были сплошное только какое-то одно угнетение крепостных, крестьян, рабочих. То есть все больше угнетали, они все больше и больше хотели сделать революцию, терпение переполнялось. И вот, наконец-то, сбросили угнетателей и получили свободную жизнь. Вот так нам представляла наша история. Но это было совершенно не так. Как у каждого государственного деятеля, как у каждого руководителя, солнце и то на всех не может угодить. Одним слишком жарко, а другим холодно, а другим слишком глаза слепит, а тем более человек, находящийся на вершине власти, он всегда кому-то угодит, кому-то нравится, кому-то не нравится. А критики это все. И мы знаем это на примерах вообще всех правителей. Но мы должны прежде всего знать историю и помнить, как бурно развивалась Россия в царствовании последнего государя. И каких бы она невероятных успехов могла бы достичь без всяких революций, без всяких потрясений, если бы был мир. Как говорил один из ближайших помощников, великий реформатор и политик, Петр Аркадьевич Столыпин, он говорит: дайте нам 20 лет мирного времени, и вы не узнаете Россию. То есть многие из тех проектов, которые до сих пор за 100 лет не осуществились еще полностью, как, например, проекты в Сибирь, железных дорог на север, многие, они до сих пор еще полностью не осуществились. А тогда они уже не были разработаны и притворялись в жизнь. Население России каждый год увеличивалось на много миллионов. Зерном и продуктами, многим питанием кормили Европу. Рубль наш был, золотой рубль, валюта со самой стойкой. Без, как говорил государь-император, приступами отец Николая II, Александр III, ему говорили, без российского царя, без его веления, ни одна пушка в Европе не выстрелит. Что тогда, какое значение тогда имела Америка? Да никакого. Россия развивалась бурным, осеть школу, как развивалась, образование. Это совершенно неправильно, когда представляют Россию неграмотность. Да, много было неграмотных, но сколько строила школа, эта неграмотность, она была бы ликвидирована, действительно, тоже в считанные какие-то годы, потому что при каждом храме были церковно-приходские школы. Сеть гимназий, социальных учреждений. Не говоря уже о том, что государь был не только верным сыном, но и покровителем Святой Православной Церкви. Она при нем расцветала. Вся Россия была покрыта действительно множеством храмов, множество монастырей, строились храмы, канонизация святых. Но вот эти вот события, революция 1905 года, вот эти недовольства, как всегда, далее война, а во время любой войны усталость и раздражение, конечно, и какая-то обида на те жертвы, которые были, и успехи, которые казались недостаточными. И вот государя вынудили отречься от престола. Но это было сделано, он делал это ради блага России. Он не хотел никакого кровопролития. Хорошо, если царствующий строй, он уже не устраивает вас, если Россия, она дума, и все думают уже
сделать более лучшую жизнь, завершить войну, которая уже близко стала к концу, провести необходимые реформы, сделать лучше жизнь народа хорошо. И он смиренно, он подписал этот акт об отречении, отрекаясь от престола, он желал блага России и показал опять свое смирение, свое христианское настроение и покорность воле Божией. Но не за это и не за великие успехи и внешней политики, и то, как жила, развивалась Россия, причислен к лику святых государь-император Николай II. И не за его культуру, не за его деликатность, не за его обаяние, честность, глубокую порядочность, воспитание и доброту, но они причислены к лику святых за своих страстосердцев, за свои страдания. Потому что во время, именно когда наступили вот испытания, заточения, когда они были отстранены от власти, заключены уже по стражу, вначале в царско-сельском своем скромном Николаевском, Александровском дворце, а потом затем в Тобольске, затем в страшном Екатеринбурге, вот тогда и проявилось в полной мере вот их вот благородство. Их великие христианские качества, воспитанные Матерью Церковью, верою, смирение, терпение, безропотное перенесение всех скорбей, каждодневных оскорблений, унижений, испытаний. Казалось бы, сердце могло разорваться, то есть унижали, оскорбляли, обижали того, на которого еще год назад с трепетом взирали миллионы людей. И ни слова ропота, только покорность воле Божией, терпение, смирение, молитва за врагов, молитва за Россию, желание блага ей. И так вся святая царская семья, и так страстотерпица, страдалица, императрица, так чистые царские дочери, одна из которых старшая великая княгиня Ольга, когда она ее тетради наши стихотворения, где подает нам Господи терпение, замечательное стихотворение, которое заканчивается: «И у преддверия могилы вдохни в сердца твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». То есть это Христово учение Церкви, Евангельские заповеди, они были приняты ими, царской семьей, неформально. И они неформально приходили на царские службы, на церковные службы. Они не были частью их придворного церемониала. То есть это была их потребность. И о чем они скорбели больше всего, находясь в заключении, о том, что им не позволяют ходить в церковь и молиться. Они были лишены церковной службы. Вот самой большей скорбь у них была не только о страданиях России, но о том, что они лишены вот этого великого утешения и этой великой радости церковной молитвы. То есть они молились за врагов своих и за гонителей своих. Это вообще верх христианской любви, это верх христианского совершенства. И они достигли вот этого вот в полной мере. И можно сказать, какая у них же была действительно чистая, праведная и святая жизнь. И какие страдания они претерпели, и какую страшную смерть, этот ужасный расстрел в подвале Ипатьевского дома. И потом что ужасное сатанинское, что делали с их телами, когда их рубили, когда их еще добивали, когда рубили, когда сжгли. Жгли, заливали кислотой, жгли. И ужас, это невозможно представить, что творилось вот эту вот страшную вот в эту вот ночь. Это трагедия России. И это, естественно, великий грех, который по-настоящему, хотя мы прославили государя, естественно, святую царскую землю, построили храмы, но такое ощущение, что по-настоящему еще всем народам в нашей истории это грех еще он не полностью еще осознан и не полностью еще раскаян, потому что еще есть
и улица носит имена убийц и тех деятелей, которые столько страданий принесли, имена цареубийц. Да и что говорить, когда я был несколько лет назад в Екатеринбурге, в Свердловске, мне говорили, что екатеринбуржцы многие из старого поколения гордились тем, что в нашем городе царя убили. А у нас мы царя убили. Это гордились. Это какое же сатанинское, бесовское развращение. Это что же с сознанием произошло людей? Гордиться убийством. Убийством государя, убийством невинных, чистых детей. Этого гордились, это хвались. Эти убийцы, они были героями. Они приходили навстречу, встречались со школьниками, с пионерами, с комсомольцами и рассказывали, что они делали. Им рукоплескали. Сейчас мы содрогаемся, сейчас мы по-другому смотрим. Большинство людей, везде открываются памятники государю-императору. Строится храм в их честь, как этот наш благолепный храм в честь царственного страстосердца. Но все равно мы должны еще действительно все осознать вот их высоту, их страданий, их подвига и принести действительно искреннее покаяние Богу. Их святыми молитвами вместе с новомучениками, исповедниками российскими стало возможным то чудо, которое совершилось в начале 90-х годов, когда внезапно рухнула вот эта вот лживая идеология коммунистическая, которая изуродовала души миллионов и миллионов людей в нашей стране. Стало возможно их святыми молитвами и возрождение церкви, храмов, монастырей, возвращение нашего народа ко Христу, второе крещение Руси, то великое чудо, которое произошло и которое продолжается. Наш долг, дорогие братья и сестры, помнить о тех великих страданиях, которые понесла церковь, которые понес наш народ, которые понесли все верные Богу, верные Христу, чада Русской Православной Церкви России, и во главе, и помнить всегда, что во главе мы говорим новомученики, исповедники российские, поминать их, молиться, а во главе их стоят первыми из них, это благочестивейший государь, император Николай Александрович, императрица Мария Федоровна, царевич Алексей, страдалец, отрок, на которого возлагали столько надежд, будущее России и чистые великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Их же святыми молитвами Господь милостив будет всем нам дарует мир церкви нашей и благостояние нашему Отечеству, которое пусть вот этот вот дух православия, который был некогда утерян, сейчас он возвращается, пусть он укрепляется, вера, пусть как можно больше людей будут приходить к Богу, будут приходить ко Христу и призывать на помощь и молиться и святым царственным страстотерпцам. Всех вас поздравляю с сегодняшним праздником и с престольным днем.